Всем здравствуйте, с вами снова прекрасный Невообразимый и дедушка Энтропия. Ребят, смотрите, многие просят у меня сборочку на СНП Полюс, но поскольку я с СНП Полюса особо так и не стреляю, представляю вам свою личную сборку на СНП Полюс. Ну, плюс и по некоторым рекомендациям я вам сейчас еще пройдусь, как сделать так, чтобы этот полюс убивал с одного выстрела там в тело. Ну, это где-то вопрос 1-2 миллионов. То есть это такое, в некоторых случаях даже 15 миллионов. Но самая такая вот стандартная сборочка, я сейчас вам ее продемонстрирую. Так вот, ребят, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, я вас умоляю. Оставить ваш прекрасный комментарий, все-таки гайды пилю для вас, ребят. Никто не подписан, подписывайтесь на канал, вас здесь ждет контент. Так вот. Что мы ставим на СНП полюс? Это мой золотой полюс, который я выбил с какого-то идиотика. Точнее, как выбил. Я просто посмотрел, как его убили, подбежал и залутал. Так вот, в основном прицел X8 ставим со снайперским измерением, но это ясен пень. Стрельба по рукам. Давайте перейдем сразу же в установку. Смотрите, можно как бы поставить стрельбу по рукам. Оставься обратно. Или можем сделать анализ слабости. То есть снайперское измерение, анализ слабостей. И скажем, ну так чисто. Наверное, прикол Деса. Вот такая фигня. Вот такая фигня стоит 230 тысяч. Мой же вот этот прицел стоит где-то 1000. Так, ну, давайте сейчас сразу же проверим, да. Чтоб я вас не надурил, потому что цены постоянно колываются. Снайперская стрельба по рукам и сканирование. Снайперская стрельба по рукам и сканирование. Вообще отсутствует. А если вот так? Ну, 1040, короче. Тут какой уже у вас аффикс будет, это уже не важно. Единственное, что вы можете поставить себе, видите, как контроль жизненный показатель, чтобы видеть, сколько урона вы снесли типу. Это такой самый дефолтный, получается, прицел. Ну да, по сути. Стрельба по рукам, потому что вы обычно будете стрелять в тело или руки. А остальные, они вот слишком дорого стоят. По поводу подавителя ставим модификацию АП, гашение вибрации. Это обязательно, ребят. И вместо значительного урона, ребят, можете поставить себе, конечно же, смотрите, как бы, модификация улучшения и гашение. Смотрите, как он стоит. Вот такой подавитель. Это как раз подавитель, который требуется, именно вот необходим просто на эту фигню. Но мы ставим именно вот такой, потому что мы бомщи, да. Мы не такие уж и крутые пацаны, что все так будет подавить. Так вот, дальше. По поводу магазинчика ставим возвратку и ставим боеголовку. Тоже крайне важная тема. Фулмаунт можете не ставить, но по сути его ставят для того, чтобы полюс был золотым. И давайте перейдем все-таки в шутинг рейндж и посмотрим, что происходит вообще, когда вы наваливаете с этой говны. Можете ли вы убить дедушку Энтропии с этой фигней? Лично я даже не тестил полюс, так что это для меня тоже будет новинка. Но все прекрасно знают, что я их не использую. Так, ну что же. Во-первых, давайте возьмем синий патрон. В личика Аеги шот в голову, и он умирает. Или два шота в тело. Два шота почему? Потому что здесь стоит боеголовочка. Четверка в голову 150, 61 в торс. Ну, по сути, одно и то же. Давайте тестить фиолетовый патрон. 154 в голову, то есть даже тяжелая Аега летит просто с выстрела. 61 тел, получается тяжелое снижение урона цели, 35, нет, тяжелое с двух выстрелов, к сожалению, не отлетит на фиолетовых патронах. Ну, по поводу четверки, я думаю, можно уже не разговаривать. И теперь юзаем то, что обычно юзается на таких полюсах, понятное дело, золото. В личика 190 отлетает буквально все, любой и каждый. Тело 20% снижения, 40, да, тяжелая, то есть самая топовая Аеха, которая вообще есть. Не вариант, что отлетит, конечно, с двух выстрелов, но вполне возможно. Но в личика отлетит в любом случае даже то самое топовое Аеха.
вообще с одного выстрела. Ребята, кто любит эту фигню, пожалуйста, используйте. Но я бы не советовал. Слишком дорого и слишком мало шансов, что вы ее зацените. Но все, кто просил, пожалуйста, пользуйтесь, юзайте. Если собрать, кстати, ребят, на лямов это 4, вот такой вот полюс, то самая крутая аега, которая вообще там есть, будет отлетать просто вот так вот выстрелом, делая, скажем, выстрелом в лодыжку. Ну или в ручку. Кстати, заметьте, пожалуйста, попадая в руку, мы оставляем типа просто 5 хп, он там, знаете, будет даже гореть. Типа, бля, ваха, у меня осталось пару хп. А вы такие вдогоночку и такие, все, я пошел, короче, дальше играться. Все, ребята, всем удачи, всем спасибо, кто смотрит эти прекрасные гайды. Не забудь, пожалуйста, поставить лайк, я тебя умоляю, и комментарий. Это дело секундное.